как? Ну, вот так вот и хожу. На работу я так, конечно, не хожу устраиваться. Хотя, может, стоило бы. Может, поэтому не берут. Мне кажется, прикольно. Я считаю себя Василисой Премудрой, прекрасной, царевной лягушкой. Почему нет? Зато вы меня сразу узнаете. Сразу понятно, что кто идет, правда же? Ну, вообще-то, когда настроение плохое, не рискну одеть. Все внутри. А когда ты такая идешь, такая эх, оно так и да, так и да. А просто когда ты выходишь, секрет в том, что ты забываешь, что у тебя на голове такая история. Прям, ну реально, ты просто в шапке идешь. А народ идет такой, улыбается, ты думаешь, какая прелесть, мне все улыбаются. Люди интересуются, а вы вот прям так в этих шапках и ходите? Прям так и ходим. Прям так и ходим. Да. А где твои пчелы? Пчелы. Идем в пчелы. Надо перейти на ту сторону и идти по этой стороне, и мы их увидим. Новое какое-то кафеха. Идем на завтрак. А я тут еще смонтирую, как мы с тобой ходили в корейский ресторан, и у людей будет ощущение, что мы завтракаем в пчелах, обедаем в Пусане. Еще надо какой-нибудь ужин подмонтировать. Что мы... В индийском? В индийском. В индийском. В индийском. Так, прям напротив лакомки. Я не знаю, что здесь раньше было. Наверное, здесь был магазин, может быть, «Луч», или он там дальше. Пчелы, кофейная пекарня. Сейчас зайдем вовнутрь и посмотрим. А пускай висит что-то. Никакая. Вот, поедем с тобой в купе. Поедем купе в купе. На другой. Ой, хорошо, как на проспекте, да? Да? Прекрасно, шикарно. Бронь столика. Слушай, ну места все забиты. Хочешь позавтракать? Нет, булками не щелкай. Записывайся заранее. Мне сразу вспомнилось, как мы с тобой пошли в пятницу посидеть. Да, мы пошли посидеть. Прошлись полгорода, прошли. Нигде мест нету. Так, что у нас здесь есть? Даже пасты карбонары. 17. Греческий 12. Английский завтрак. Сырники с вишневым соусом. Так, а что здесь раньше было? Что-то я никак не помню, что здесь раньше было. Может, тут и не было ничего. Ну, как же не было? Наверное, какой-нибудь магазин был? Может. Красивенько. Яйца Бенедикт с беконом. И это гуакамоле там? Да. Угу. Как бы да, сбоку гуакамоле. И вот мы бегали, искали столик, и закон подлости, да, все ушли. Пишу адрес. Бриош, какой-то милентум, а мы идем в пирожковую. Смотрите, как реставрируют полностью кинотеатр. Все поменяли. Так, пирожковая. Пирожковая, друзья. Пирожковая.
первый раз такое вижу. 5 пирожков минус 5%. А где-то еще есть такие друзья пирожковые? Нет. Это от ресторана, друзья? Да. Так, ну, знаете, надо пирожок с... Да, я сниму. Луком, яйцами, смесью. А он будет холодный? Немножечко, да, подогрейтесь. Ну-ка, посмотрим с лицевого. Посмотрите, как все. Ух ты, кинотеатр. Интересно, останется как кинотеатр, я так думаю, раз они не поменяли буквы. Вернее, раз оставили буквы новые, написали все новое. Очень интересная история. Посмотрите, что здесь понаделали, какой красоты. Видите? Эту штуку я вообще не видела. Какая-то станок, как колодец. Романовская слобода. Все новое перестроили, все вот эти домики старые, кафешек столько. Все еще тут открывается. Смотрите, там прямо что-то, труба такая старая, лофтовский, лофт-стиль. Прекрасно. Найден код порода сфинкс, обращаться в союз юристов. У кота юридическая защита на высшем уровне. Просто так найден код. По весне-то, понимаешь? Весна, весна. Иди, не бойся. Нечего. Ничего, зайка, ничего нету. Я пташка. С площади Победы заходим вовнутрь. И вот он, район, строящийся депо называемый. А некоторые говорят депо. Депо? Не знаю, депо и депо. Ну, депо, от слова депо, здесь же было депо трамвайное, да? Депо. Да. Как бы они ни говорили, стоимость квадратного метра от этого... 2500. Убрей. Оларов? Оларов. А то и три. Квартал депо. Ой, красивый домик, да? Ну, не знаю. Где балконы? В нем же жить? В нем же жить? Балконы что, внутри получается? Не знаю. Ребятки, давайте уж посмотрим. Вот, это вы, получается, где мы сейчас стоим? Я аж растерялась. Мы стоим вот... Вот здесь мы. Вот здесь, это вот эта часть. Да. Вот эти вот два. А балконов-то тоже с этой стороны я не наблюдаю, или как закрыты. Балконы где в домах? Или здесь у всех сушилки будут? Мне, ну, кажется, смотри. Здесь не будет ни кухонь, ни сушилок. Ни кухонь, ни сушилок. Внутри какой-то красивый ресторан. Такой большущий получается, а я даже не райончик. Знаю, нравится мне или нет. Я как-то думала, будет по-другому. А, ну вот так, да, как бы балконы закрыты, или как-то непонятно совсем с балконами. Ну, вот это же балкон. Ну, вот это, смотри. Знаешь, за такие бабки я бы хотела хороший балкон. Давайте глянем, чего там. Ну, здесь уже так это облагораживается, часть уже, видимо, вот это первая отсюда. Ух ты. Ух ты, ух ты. Киселева 6Г. Паркинг. Только начинается, я так понимаю, это первые два дома, да? Там еще ничего. Ну, смотри, там уже люди купили, что ли, ремонт начинают? Ну, судя по всему, да. Офигеть, какой балкон. А, ну вот он как бы такой закрытый, да? Такой стеклянный. Ну, пошли туда, пройдем в сторону. Нам же надо все осмотреть, правда же? Глазом. Я люблю ходить, смотреть, мечтается или не мечтается. И вот без такой вот, знаешь, вот категории, что сколько это стоит, могла бы я купить. Вот просто хочу ли я здесь жить вообще без стоимости жилья, знания метра. И что, как ты ответишь? Жить? Нет, здесь я не хочу. Потому что я люблю зелень, я люблю тишину. Все-таки от проспекта отсюда шум. Да, тут метро. Хорошо иметь такую квартиру здесь и
дом за городом. Либо в тихом центре. Все-таки это не тихий центр, как-то по Нет, мне. Это громкий центр. Это громкий центр. Ну, может быть, здесь офисы будут, я не знаю. Но вот потолки высокие, даже очень. Вот так, чтобы жить вот сюда. Не знаю, ребята, что скажете? Что скажете? Вот на первом этаже я как-то вообще не представляю за в таких вот домах. Знаешь, как пишут. Первый высокий. Это да не какой же? Этаж. Вообще не высокий. Ну смотри, какие высокие большие окна какие. Только что огороженная территория. Качелечки, да, качаться на качелечках. Ну вот так, ребята. Что скажете? Как вам такая история? Смотрите, ребята, Пусан, и находится он, пишу, как называется, но вот это вот Троицкое предместье сюда. Да? Но оно уже, наверное, и так все как готово. Куда мы зашли? Местечко, она сказала, год уже? Да. Такое в китайском, в корейском, простите, стиле называется Пусан, как город Пусан в Корее. И смотрите, мы взяли блюдо с... Как это правильно называется? Барбекю? Барбекю. С барбекю. Стол с барбекю. Что я вам покажу? Мы взяли пару салатиков. Посмотрим. Кимчи, конечно. Кинжин. Сухой минтай какой-то взяли. Ну, супы стандартные здесь, да? Том-ямы и так далее. Поке всяческие. А мы взяли... Оп-оп-оп. Картошечку мы дома поедим. Вот. То, что делается на вот этой жаровне. Мы взяли говядину и взяли свинину. Посмотрим. 175 грамм, конечно, 23 рубля. Но посмотрим, что за вкуснятина. Какие-то десерты. А, вот еще тоже есть как самовар или что это? Хот-пот с грибами. Это тоже горячая кастрюля. Там, где как вот, может быть, надо было... Что не увидели мы. Да, мы не увидели. Ну ничего, можем, если понравится, в следующий раз возьмем. И чаек взяли. Ну вот это, я вообще такого не видела. Терраса. И это Троицкое предместье. Я напишу адрес. Очень красиво, кстати, у них на террасе здесь. Такая корейская музыка. А ты видала? Вытяжка, да? Вытяжечка, да, над столами, там, где есть это. И она спросила, бронировали вы во вторник посреди дня. Конечно, бронировали. Конечно, бронировали. Что ж, мы же именно сюда и шли. Бусан. Хотя там везде написано Пусан. Бусан, Пусан. Это по-корейски видно. А, наверное. Korean food. А там еще есть блюдо, как самовар, типа какое-то вот с кастрюлькой. С кастрюлькой, да. Это... Что там с грибами что-то такое, да? Да, да, да. Тоже через... Эту, да? Нет, там на плите. Приносим и жарится. О, уже горячо, уже горячо. А смотри, что. Зачем нам нужно? Они даже, чтобы резать и переворачивать. Мы же должны как-то готовить. Но есть нюансы. Если девушку пригласишь и заставишь готовить, или оплошаешь, то не поедите. Они не готовят, вот чисто... Что мы чисто? Сами жарим, да? Мы сами будем жарить. Я думала разогреть. Я тебя угощаю за такие-то бабки еще. Хотя, видишь, вот эти вот любимые такие вот кухонька такая в таком типа стильчике, как будто все так это масло по стенам. Боже, какая красота. Это острый специй. Угу. А может нам еще хлебушек какой-нибудь нужен? Да, вы что? Вот щипчиками, получается, кладете, жарите. Угу. Вы посмотрите, мы правильно будем делать? Просто вот кладете. Да, и переворачиваете. Ух ты. Так мы до тебя не дошли. Мы до тебя не дошли. Мы с Русиком гуляли, а сейчас... В ресторане Пусан жарим себе обед, представляешь? А тарелочки? Да, 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 мы такие делаем.
Я правильно все делаю? Да? Ну, оно уже, наверное, и так все как готово. Еще оно сейчас. Промариновано. Да, оно промариновано. Я думаю, говядину можно уже и так, а бекончик... Ух ты! Благодарствую, добрая женщина. Сейчас ты будешь жарить. Я же хочу тоже попробовать. Не знаю. Какая прелесть, ребятки. Ну, кто-то, вы поняли, кто-то один должен жарить. А, вот тут еще есть. Можно вдвоем жарить. А вилочку мне не принесли? Принесли. А ты палочками не ешь, я не ем. Я ем. Вкусненько, да? Говядина перфект. Супер. Острая. А что это они нам принесли? Вот это что такое? Не знаю, это какой-то... Редис? Кис-кис. Ребята, в любом случае, остро. А вот это что такое? Это как... Специи. Еще специи дополнительно? Да, посыпь. Кунжут с чем-то. Да. Ребятки, очень необычно, очень островато. Может быть, вот эту штучку с собой домой забрать в пакете? Я только что подумала. А что ж, мы зря деньги получаем. Кунжутная какая-то. Какая-то кунжутная такая вот посыпочка, очень вкусная. Но не разбежишься. Пожрать-то потом хочется еще. Вот мы взяли два этих блюда, по 23 в среднем рубле, одно горячее. Ну, как бы, второй раз? Ну, да. Ну, как бы нет, но интересно. Так, посидеть в корейском стиле, точно не жалко, вот, что ты пришел, очень все так аутентичненько. Еще вытяжечка работает? Нет. Нет. Не, ладно, не крутить, а то еще отвалится что-нибудь. Не, не пахнет как бы, да? Не, не пахнет. Ну, супер. Так что место интересное для посещения, но так, чтобы прям наесться. Нет. Планируйте потом еще десерт где-нибудь.